Так, чуваки, вообще, всем привет. Вообще, нет настроения почти, потому что я вчера испортил свою приору, тем самым хотел ее посадить. Ну вот, на починку, вообще, растратил на нее столько времени вчера, это просто капец. Так что сегодня у нас будет конкретная моделька. Это Москвич 410 от фирмы Диагостини, автолегенды СССР. Не лучшие, в лучших даже такого нету. Ну, короче, выпустил в 2010 году. Так, рассмотрим модельку. Вот так она выглядит. Ну, типичная моделька Диагостини. Качественная. Отлично вообще сделана. Так, посмотрим вот эти вот фары. Они... Кстати, сначала на цвет. Цвет у него темно-зеленый. Да, темно-зеленый. Вот он, 410-й Москвич. Вот, офигенная моделька. Так, смотрите, вот какие тут у меня фары. Очень даже хорошие, вот смотрите. Добрые фары у него прям... Ну там вот... Такое вот пластмассовое стёклышко вставлено. Вот в эту вот пластмассовую фару, которая как бы серебрянкой покрыта. На капоте мы видим у нас тут вот такая вот... флажок, как на Волгах ставили оленя, а тут флажок. Так, решетка радиатора тут уже поздняя, потому что сначала была решетка радиатора другая. О нет, это ранняя. Так, ранняя решетка радиатора на нем. Так, смотрим. Молдинги отсутствуют. Присутствует тут у нас боковое зеркало. Вон, внутри зеркало заднего вида. Салон нормально сделан, только вот он просто черный и не прокрашенный. Вот так вот. Что ж такое-то, блин? Не знаю, вообще кашляю. Могу остановиться. Так, тут вот у нас написано «Москвич». Камера сфокусировалась, и значок от «Москвич». Ну, на решетке радиатора вот такой вот узорчик. Бампера вот такие вот с клычками. Серебрянка покрыта и на... И надпись «Москвич», место номера. Извините, просто камера упала и... Так. Ладно. Значит, чтобы камера тут не упала, я вот подставляю тут. Так. Посмотрим на колеса. Колеса, конечно, у нас 4 на 4 привод. И колеса, сами шины 4 на 4. Вот такие вот они у нас. Вот. Форточка. Форточки вот с обоих сторон. Лобовое стекло. Дворники тут у нас такие вот. Пластмассовые, покрыты серебрянкой. Боковые ручки дверей. И вот такие вот. Покрытые тоже серебрянкой. Старые такие. Вот. Так, повторить или нет? Смотрим дальше. А дальше у нас идут такие вот фары. Полностью красные.
Ну полностью, просто ничего нет тут. Просто красные фары. И все. Вот. Ну, сделан как настоящий, классно прям. Так вот. Такие вот у нее. Вроде бы. Крепление багажника, да. Так. Москвича тут. Птичка. Как на всех старых машинах. Так. Бампер с клыками, опять же. Так. Идет глушитель, вот. Полностью вот глушитель, вот он продолжается. Это полностью моделька для Астини, да. Вот он бензобак. Рессоры. Они, кстати, отцепляются, рессоры. Правда, я их сейчас не буду отцеплять, но... Вот, рессоры. Так. Я его, наверное, кверх ногами делаю. Держу так. Все, вот, смотрите тут. Надпись. Диагостини, Москве 410. Сделано в Китае. Так. Но я даже не сомневался. Так, карданные валы. Так. Вообще капец. Да, реально 4 на 4. Моделька вообще капец. Ну, тут у нас крепление, все такое. Движок. Коробка передач, вот она. Да нет, это движок. Коробка передач у таких машин, она на руле. Она, знаешь, где-то в капоте находится. Я точно не знаю. Ну вот. Такая вот получилась моделька. Кстати, вот у нее все прорисовано как на настоящей. Ну да, такая вот моделька получилась. Ну все, всем пока.